для выступления. В конце вы сможете задать вопросы. Добрый вечер всем. Я Юля, алкоголичка. Привет. Как и год назад, я хочу начать свой рассказ с благодарности. Я благодарна Богу, что я трезва. Я благодарна Богу, что я осталась жива. И я благодарна своему спонсору. Я благодарна спонсору моего спонсора и так далее по цепочке всему сообществу анонимных алкоголиков. Я благодарна всем вам, которые все это время со мной. Не были со мной, а есть и остаетесь со мной. И я благодарна всем вам за поддержку, за ваш опыт, за вашу честность. Я благодарна своей семье, дочери и внуку. Спасибо, спасибо вам всем большое. Я превратилась в алкоголичку, начала пить сильно после 58 лет. А до этого момента алкоголь не был важным в моей жизни. И я, конечно, могла выпить на праздники, на Новый год, при встрече с друзьями, но это никак не влияло ни на мое поведение, ни на желание продолжить. Обычный человек, как мы говорим, нормативный. Потом в 2001 году я репатриировалась в Израиль, и как бы не было у меня ни друзей, ни подруг, не с кем было выпить, и не хотелось даже. Но случилось так, что я рассталась с любимым человеком, с которым прожила 13 лет. У меня был страх, как я буду жить одна. У меня нет такого опыта, в моей жизни всегда был какой-нибудь муж. И я начала пить. И я начала пить. Сначала это было небольшое количество, а потом количество увеличивалось, а период между выпивкой сокращался. И я очень быстро, за 2 года, я превратилась в развалину, в алкоголичку конченую. Я стала находиться в депрессии. И мне казалось, выхода нет, и мне наступает мой конец, все, дальше движения нет. Я начала пить, и как-то сразу так получалось, что я очень крепко напивалась, и вначале это помогало мне спрятаться за алкоголь от своих мыслей, от своих переживаний. И очень быстро наступил период, когда я начала терять сознание, то есть пила до потери сознания. И меня отправляли в больницу, и я лежала под капельницей, и не было у меня терпения, пока эта капельница докапает, потому что я хотела выпить. Я понимала, что я сейчас выйду и все равно пойду в киоск. Иногда меня хватало до утра, иногда до вечера, но, как правило, самый такой страшный случай для меня, когда я чуть-чуть испугалась, это был первый раз, когда я попала в больницу, у меня упала температура, давление. Я чувствовала, что я ухожу, я умираю. Ну, к утру я очухалась, и как бы все пошло по новой. И я очень часто отпрашивалась с работы. Вот я всегда говорю, у меня не было такого, чтобы я похмелялась утром. Я не похмелялась, но чувствовала себя утром ужасно. Я понимала, я еду на работу, как от меня воняет в автобусе перегаром. И я понимала, что у меня дрожат руки, и я старалась от своих сотрудников спрятать их, упиралась об стол. Мне было очень плохо, и я очень часто отпрашивалась для того, чтобы идти пить. Конечно, я врала. Конечно, там я даже отпрашивалась на похороны, хотя никто и не умирал. Всякие причины такие придумывала. По количеству моих больничных, которых я брала, мне можно было смело давать инвалидность. И я не знаю, как-то Бог меня удержал на работе, меня не выперли, не выгнали.
Я продолжала работать, но жизнь моя превратилась в полный кошмар. Я ощущала себя лошадью в цирке по кругу, которая лошадь не может найти выход. И когда уже алкоголь перестал помогать мне, у меня наступили бессонные ночи, и я выпивала, мне это хватало на какой-то очень короткий период. Дальше у меня были заначки. Иногда я очнусь среди ночи, поищу, значки нет. То есть я не помню, куда я спрятала. Ну, тогда еще ночью продавали алкоголь. И я вот как вставала с кровати, грязная, вонючая, нерасчесанная. Я шла в киоск. Я не шла, я сползала по лестнице. Так мне было плохо. Так мне хотелось выпить. Зато с водкой я поднималась на четвертый этаж, как на лифте. Потому что я знала, мне на улице было стыдно сразу отхлебнуть. И вот я бежала домой. Я чувствовала себя в кошмарном каком-то сне. Мне казалось, что это происходит не со мной. И в эти бессонные ночи я очень хорошо помню, как я во весь голос кричала: «Мама, забери меня!» Потому что выносить это уже у меня не было сил. Я пила водку с бандермином, меня не брало, может быть, на какие-то 10-15 минут. А потом, я и не знаю, на сколько минут, я не наблюдала часов. Потом я с ужасом видела, что уже будильник на работу. И так без конца. И я стала очень агрессивной. И однажды вызвали миштару. Я думала, что это я соседям мешала, но на самом деле это вызвала дочка. Она боялась, что я буду драться уже достаточно взрослым внуком. И я видела миштара. Я же еще пьяная была, я не очнулась. Я вижу дочка. И думаю, какие соседи подлые. Но мне не пришло в голову, что, конечно, это дочка. И только я услышала, когда сказал один из них: «Хочешь, мы ее заберем в Батьям?» И тут до меня дошло, наверное, сейчас меня заберут психушку. Меня, такую хорошую мать, ну, выпила. Я начала плакать, просить дочку, и она меня не отдала. И я понимаю, за эти 2 года я разрушила все, что только можно, и себя, и свое здоровье. У меня под конец уже печень вылазила из орбит, и из-под ребер, и другие были физические неприятности. Но я не знала, как остановиться, я не знала, что делать. Я помню, что я заходила в интернет и смотрела, есть реп-центры. Мне это показалось очень дорого. Бухать мне было недорого. А вот остановиться при помощи реп-центра мне было дорого. И в какой-то момент, когда я пила, дочка начала упрекать меня, что денег нет, а ты пропиваешь. Потому что я не одну бутылку покупала на сутки. И я потихонечку вынесла небольшое количество золота, которое у меня было в ломбард. И, конечно, этого было мало. И я отменила все страховки. Я решила, что мне нужно вставить новые зубы. Но я предварительно пошла и узнала, сколько это будет стоить. Я понимала, что у меня останется какая-то сумма. Я могу пить свободно, и мне никто не будет упрекать. И ни страховки, ни зубов. Ну, в общем, неважно. И я поняла, я очень похудела, и я чувствовала, самое главное, я чувствовала, что я схожу с ума. И дочка однажды подошла ко мне и говорит: «Знаешь, есть такие группы анонимных алкоголиков, может, они тебе помогут?» Я смутно прикинула, где-то я пару фильмов видела, как сидят люди по кругу и о чем-то говорят. И я сказала: «Конечно, я пойду». Ну, конечно, я сказала, чтобы она отстала. Потому что я не знала, пойду я или нет. Ну, как бы я начала задумываться, что-то нужно с этим делать. И я узнала, где группа. И я ехала на группу. Это был декабрь 2016 года. Было холодно. Мне себя было очень жалко. Я почти плакала. Думаю, ну, на старости лет придумала себе такую забаву. Ездить к каким-то анонимным алкоголикам. И что это такое? Но я поехала, и 20 раз позвонила дочка: «Мама, ты где?» Я говорю: «В автобусе». А она перезванивала, потому что я ее очень часто обманывала. И были такие моменты, когда она звонит с работы, а я уже после работы, уже
готовлю и пью. Она говорит, мама, как ты? Я говорю, дочечка, все хорошо, готовлю, она все понятно. Ну, что понятно, был один такой случай, когда я готовила обед, и я потихоньку пила. И в тот момент, когда я выключила газ, я потеряла сознание. Если бы я потеряла раньше, я не знаю, что бы было. Но Бог все время был со мной. Жалко, что я не видела как бы этого. И я помню, я не могла смотреть на себя в зеркало. Я не пользовалась косметикой никакой. И мягко говоря, с трудом мылась. И я шла по улице и просила неосознанно. Бога тогда не было в моей жизни так, как сейчас. Я просила, Господи, помоги мне остановиться. И я в то же время очень боялась, а вдруг, правда, Бог мне поможет, и я остановлюсь. Я не понимала, как я буду жить без водки. И я приехала на группу, и я опоздала. Ничего, конечно, с первого раза было непонятно. И меня хорошо встретили, мы обменялись телефонами. И какой-то вот подъем. Я же очень долгое время была одинока. Когда я жила 13 лет с этим мужчиной, у меня не было подруг. Когда я 2 года бухала, у меня вообще никого не осталось. Даже я не отвечала на звонки. И я вот смотрю люди, и я решила, что я приду еще раз. Я ходила месяц. У меня был большой прогресс. Я бросила пить каждый день. Но я пила четверг, пятница, суббота. В субботу еле-еле отходила для того, чтобы утром встать, ем решен. И я ходила месяц на группу, и я пила. Я пила, пока не подошла ко мне женщина, мой будущий и настоящий наставник, и не сказала, ну хватит ходить в гости, что-то надо делать. Надо начинать шаги. Я сказала, хорошо, завтра. Она говорит, хорошо, но завтра может не наступить. Вот эти слова как-то окончательно меня добили, что ли. И я решила остановиться. Я, по-моему, была я неделю трезвой, и я начала встречаться и проходить шаги, встречаться со своим спонсором. Вообще, не имея ни малейшего представления, как это все идет, мне казалось, одной встречи достаточно, мы встретимся, я узнаю секрет, пройду в шаги и буду ходить на группы. И, возможно, останусь трезвой. Но я когда ходила на группы, я слышала, люди рассказывали свои истории. И называли какие-то для меня фантастические сроки трезвости. 3 месяца, 3 года. Я, конечно, людям верила. Но на себя это померить я никак не могла. Мне казалось, что для меня это невозможно. И вот я начала проходить шаги, и, конечно, я признала свое бессилие перед алкоголем, и я сдалась. Шаги мне в самом начале, для меня было очень много непонятного, и мой спонсор мне сказала, знаешь, вот сначала для начала тупо поверь, ничего не бойся, тупо поверь, потом все развиднется. И как бы я тоже зацепилась за эту фразу и как бы думаю, ну я буду делать, а там будет видно. И я оставалась 2 месяца трезвой. У меня какие-то начали проблески в голове, мозги стали становиться как бы на место. И у меня был такой период эйфории. Я смогла. Я. Ничего бы я, конечно, не смогла, если бы не высшая сила, если бы не Бог. И если бы ни спонсор, ни группы. Но тогда я еще говорила, я смогла. И вот наступил момент, я почувствовала, какое-то состояние у меня было. Я подсознательно понимала, что я, наверное, выпью. И произошло как клик. Раз, и я купила водку. Я даже не подумала 2 раза там позвонить, поговорить, выпить стакан воды. Я просто выпила полбутылки водки. Я заснула. Когда я проснулась, слава Богу, я позвонила спонсору. Мне казалось, сейчас меня вычеркнут со всех членов
анонимных алкоголиков. Я недостойна, я сорвалась. Но я позвонила спонсору, и спонсор говорит, все в порядке, мы продолжаем. А где остальное? Спрашивает мой спонсор. Я говорю, я не знаю, я правда не искала. И физически мне было хорошо. Я могла продолжать еще пить, но морально мне было так плохо. Я помню, я пришла на следующую группу, я плакала. И я не понимала, как вот у людей получается оставаться трезвыми, а я забухала. Но хорошо, что я не вошла, так сказать, в запой и все продолжила. В моей жизни появилась высшая сила, в моей жизни появился Бог. Я раньше, до этого, как бы тоже я понимала, что есть Бог. И я как бы обращалась к Нему, Господи, помоги в каких-то таких случаях критических. Но это было вскользь, неосознанно, и я никогда, мне в голову не приходило сказать, Господи, спасибо за то, что Господь Бог мне дал. Я начала, запила очень поздно, но когда я уже делала программу, четвертый шаг, пятый шаг, мне действительно прояснилось, оказывается, я духовно была больна всю свою жизнь. Характер такой, я все время суетилась, все время совала свои руки туда, куда не надо, все время на себя примеряла роль Бога. Я все знала, что нужно делать, я всеми руководила. И в семье так, и я понимаю, что я к этому как бы и шла. И в итоге, как заключительный аккорд, я ничего для себя лучшего не придумала, как спастись, спрятаться и защититься от своего несчастья, которое меня постигло, как запить. В моей жизни до этого была масса случаев, когда действительно можно было бы запить, и была такая возможность. Я не буду говорить, что со мной наслучалось. Оно было очень тяжело. Я пережила тяжелые годы перестройки, когда погиб мой брат и умерли мои родители один за другим, когда погибали мои друзья. Я пережила спокойно, без водки, когда я работала в фирме, меня подставили, мне грозило 15 лет тюрьмы, на мое имя получали большие валютные кредиты, и началось следствие. Я выдержала все унижения, которые там были. Не пришло в голову запить, защититься. Я не знаю, как это пришло потом, наверное, как бы заключительная капля какая-то. У меня, более того, у меня здесь, в Израиле, уже была возможность бухать без конца. Мой мужчина, с которым я жила, он, пару слов скажу, у него была фабрика по переработке фруктов. Потом фирма ликвидировалась, и он начал делать гранатовое вино. Он сделал очень большой заказ под заказ из Японии. Но в Японии случилось землетрясение, и весь заказ этот должен был реализоваться в Израиле. И он очень, у нас всегда дома было очень много вина, потому что он маленькими партиями должен был как-то их продавать, это вино. Я вино вообще, как бы, мне нехорошо от него, я его и не пила. Но, в принципе, возможность у меня была. И до отъезда сюда я работала в ресторане 6 лет. И бар, пожалуйста, вина, водки, пожалуйста. Нет, я в это время я гоняла официантов из-за того, что они пили на работе. Не приходило в голову запить. Но слава Богу, что я все-таки запила. Это дало мне возможность, слава Богу, что я алкоголичка. Это дало мне возможность познакомиться сама с собой, проходя программу. Проходя программу, я смогла в четвертом шаге и в пятом шаге при помощи спонсора, при помощи Бога увидеть, кто я. Я когда написала таблицу четвертого шага, я пришла в ужас. Я думала, я хорошая, я добрая, я честная. И я не понимала, как мог этот мужчина со мной расстаться. Лучше меня женщины нет. Ну как он мог? Как он теперь жить будет без меня? Ну вот мой эгоизм, эгоцентризм, все кричал мне об этом. Ты лучшая, вот тебя бросили. И, конечно, я увидела это,
И я до сих пор продолжаю знакомиться сама с собой, потому что есть разные случаи, когда я должна справляться. И сейчас в моей жизни, моя жизнь, она другая, она новая. И я другая. Я очень изменилась, я это чувствую, я это понимаю. Я до сих пор остаюсь, я шаги прошла, но я остаюсь в программе. За эти 2 года я брала 2 раза служение, 1 раз в Виктории, 1 раз в Фениксе. И я вот сейчас взяла служение вести группу. Я как бы, я посещаю группы. Как бы для меня здесь как дом. Мне здесь комфортно. Меня здесь понимают так, как не поймут нигде. Я могу в любой момент, имею возможность позвонить и посоветоваться, и рассказать, что со мной происходит. Мой спонсор до сих пор со мной, и до сих пор она помогает мне увидеть со стороны мои недостатки или строго вернуть туда, где я должна быть. Сначала, когда я начала проходить шаги, я чувствовала себя, как будто бы я слепая. Ну, правда, вот счастье, что был спонсор, который направляла и помогала мне. И у меня такое было впечатление, что весь первый год, когда я проходила шаги, и потом я прошла, не знаю, как это называется, применение принципов сообщества анонимных алкоголиков в быту и в жизни, мне казалось, что она тащит меня за собой. А сейчас у меня такое впечатление, что я иду за ней, сама уже иду за ней. Вот моя история. Я очень счастлива, что я остаюсь со всеми вами. Спасибо вам большое, что слушали. Может быть, у кого-то какие-то вопросы. Я, может быть, волновалась и не все сказала то, что хотела. Потому что утром я несколько раз уже спикерила в своей голове. Я как бы вам все уже рассказала, а это то, наверное, дополняю. Спасибо вам большое, что слушали. Спасибо. 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 Пожалуйста, подожди. Я от имени группы.